игровой спорт. Почему? От кого? От кого? Ну, в принципе, до этого я много разных видов спорта уже испробовал. Начинал просто с фитнеса. Это было в 13 лет. Года 4 только, наверное, фитнесом занимался. Качалочка или Качалка. Просто качалка? чисто качалка. Турничок, брусья. Вот это день в день. 6 раз в неделю. Кто кумир? Кто кумир по фитнесу? Ну, Ну, на то по время качалочке, да. покачалось, но на то время Арнольд Шварценеггер. Это всех было. Да. Это понятно. Вот. Ну, после фитнеса как-то увлекся немножко гимнастикой. С гимнастики перешел на бег, плавание, Растяжечка все есть. дзюдо немножко, бокс. И потом, когда уже этот бум пошел на кроссфит, начал кроссфитом заниматься в 2010 году. Из кроссфита перешел на тяжелую атлетику. Тоже буквально полгода занимался и почувствовал, что-то не хватает. И как раз в то время заметил видео в интернете Ивана Денисова, как он 32-ки 10 минут толкал 176 раз. Ну, просто удивился. А на какой платформе видел? В Ютубе? В Ютубе, да, где-то на Ютубе видел. Просто удивился, как человек может вот такие веса 10 минут толкать. Что за спорт, никогда не слышал о гиревом спорте. Начал в интернете искать информацию, нашел информацию об этом спорте. Дальше искал в Германии. В Германии как раз на тот момент, в 2011 году, был первый чемпионат Германии. В 11 В 11-м первый был. Вот. Я на результаты посмотрел. На тот момент никто 176 раз не толкнул. не там максимум 24-ки были, никто 32-ки даже не кидал. Вот. Посмотрел, ну, думаю, ладно, немножко похудеть, потренироваться, можно там как бы весовой категории до 78 килограмм добиться А хорошего с какого результата. веса стартовал? Сколько худо? Вес был в начале так 82-83, ну это 4-5 килограмм. Первые гирки купил 16-ки, 20-ки, потом добавил 24-ки, ну где-то полгода занимался. И тогда первый старт сам, полностью сам. Я практически сам искал я тренера, искал тренера, нашел я в Брине одного тренера, который чисто базу показал, как толкать, как дышать. Это было где-то одна неделя. Он кто? Он сам немец, он у него свой спортзал, ну, и там как Ну, с бы, Гиреми был знаком, да, с Геремем уже был знаком, и у него я там 2-3 тренировки позанимался, и после этого сам дома где-то полгода до первых соревнований занимался. Ну вот в 2012 году выехал на первое соревнование с 24-ками на тренировках, так И вот озвучь первые соревнования. максимум там 3-4 минуты я выдерживал, не знаю, там смогу или 10 минут продержаться А или то не есть смогу. даже тест не делал. Нет, не делал. Это на тренировках так 3 минутки, 4 максимум. А туда приехал, даже не знал, выстоит там 10 минут или нет. Вот. И И как ты начал, каким темпом пошел сразу? темпом, ну, где-то 10-11. А, ну то есть ровно. Да, 10-11. Практически до конца я выдержал. 103. Часа 102 был. 102. 102 был результат в толчке. Первые соревнования, 102 толчок. Да, это Полгода. где-то полгода. С хорошей 70. базой. Да, до этого, да, с хорошей. Ну, у тебя до сих пор Ну, качковская хорошая база. в принципе, да, я много подтягивался раньше, много штангу поднимал, так что сила как бы была. А рывок тяжелее шел самбо. Рывок на тот момент где-то 130-134, где-то так было. Ну, постепенно потом и поднимал рывок, А толчок. сейчас с тренером занимаешься или тоже сам? Сейчас как бы сам тренируюсь и других тренирую. Четверо учеников.
Ну и так постепенно. Ну, с ними выезжаешь, да? Ну, половина занимается чисто так на соревнованиях. Понял. А скажи, Германия гиревая страна? Можно сказать, что тут гиревой спорт? Нет, не скажу, что не это скажу. Гиревая страна. А сколько спортсменов так, на вскидку? Ну, где-то человек 150 по всей Германии. А выступающих где-то? Выступающих где-то около 190 где-то. То есть на чемпионате Германии теоретически 100 человек? Где-то так, в области в лучших 100 человек. Да, где-то 100 человек. И сколько на 30 двойках из них? На 30 двойках мало. Это 10? Ну, не, даже сколько не будет. Ну, человек 5 максимум. Человек 5. Максимум. Это тоже где-то в период с тобой начинали за этот такой промежуток 150 человек, либо отходят, приходят? Нет, цифры растут с годом в год, растут. Когда мы начинали в 2011 году, то там в области где-то 20-30 человек было. Угу. Вот, а сейчас с годом там до, скажем, 2015 года на соревнованиях присутствовало около 30-40 человек максимум. А с 2015 года как бы постепенно поднимается цифра. Здорово. Ну так хорошее. Понятное дело, что на улице спросишь, что такое гиревой спорт, никто не скажет. Люди не знают. Но 150 человек это неплохо для страны. Если взять другие страны, которые входят в федерацию, то я думаю, это не самый будет худший показатель. А как думаешь, так в Украине сколько гиревиков? В Украине? Как вот ты считаешь? Ну, я думаю, несколько тысяч. 5, 7, 3. Даже тяжело сказать. Ну, я думаю, 1020 где-то. 1020 гиревиков. Ну нет, официальной статистики цифр, по сути-то, нету. Да. Ну, думаю, в каких-то деревнях, сколько прикидывал, районах, где вообще не занимается, не выступает даже. Ну, много людей занимается гиревом. Ну, во-первых, есть очень много мастеров спорта Украины, которые, закончив университет, потом не притронулись к гирям ни разу. Но я думаю, около 10 тысяч. А мастеров спорта и международников можно официально через Минспорт запрос, в принципе, узнать. Может быть, кто-то и нам подскажет после видео, сколько их. И сейчас потом, после первых соревнований, такой опыт, такая наука. Пошел дальше тренироваться, веса, не веса, что посещал. Вот я видел, ты на семинарах был, на каких-то курсах. Как дальше строил обучение? Ну, в принципе, потом я еще год где-то сам занимался. Чисто дома. Угу. Тренировки по 3 раза в неделю. 2 на 2 метра. Да, 2 на 2 метра, много места не надо. В 2013 году первый раз я посетил семинар Игоря Морозова. Вот, недельку там мы позанимались, чуть-чуть там. Неделю? Неделю, 5 дней. 5 дней. 5 дней. С понедельника по пятницу это было. Ну, где-то по здесь, да, 6-8 часов в день, да. Ух ты. Это так серьезно было. Серьезная нагрузка. То есть там за 5 дней, в принципе, систематизировал информацию. Да, каши, да, не было. Да, да. Не-не. Хороший семинар был. Вот. Ну и. В принципе, это был как бы единственный семинар, который я посетил. Вот. Дальше только интернет. Потом, да, много сам анализировал. Свои методы. Да, сам пробовал. Технику часто менял, бросал там гири на месяц, на два, когда было время, чтобы просто забыть эту паршивую технику, которая у меня была в начале. Вот. И потом постепенно снова начинал. Физуху работал, а толчки вообще не делал, например, да? Ну да, вот после первого соревнования, вот в 2012 году, я просто-напросто там начал менять технику. И на месяца два я толчок забросил. Вот. Помогло? Помогло. Потом с нуля с легких гирь снова начинал. 24-ки вообще не трогал. Только двенашки. Только на новые полгода прошел. Да, просто 12-ками я там месяца два работал. Угу. Легкими гирями, чисто на технику. Руки не чесались взять. Тяжелее. Как бы темп я поднимал. Угу.
И мне этого хватало, даже двенадцатками. Я так на тот момент поднял темп чуть не на 30 повторений в минуту. Вот. И мне как-то пошло это в кайф. Ну, я вижу, ты сейчас очень много интервальной работы Ну, делаешь. То есть интервалки тебе на это быструю работу мне пришлось. просто нравится работать. Угу. Вот. Как-то было время даже в том году. Шестнадцатка мне захотелось мне поработать вот 10 минут. Вот у меня результат был там Сколько? 302 повторения. 302. Это 30-м темпом. Это... Ну, это круто. это я когда заметил видео Джонни Беницы, он там Но он чуть они, больше сделал. еще больше, 310 или 320, Да. я не помню точно. Но это как-то меня вдохновило. Смотивировал. Да. Но он вообще уникальный. Да. У него там еще с двадцатками рекорды, тоже 300 с чем-то. Ну вот Но до двадцаток не дошел, до 10 минут. Ваня может. Вот с первого. Круто. Да. Серебряная. Мозоли рабочие как раз для геи. Ну, я уже так потихоньку заживаю. Дочь мистер Хафт. Чемпионат Германии. А почему этот лев? Ну, это с города Штольберг, там, где будет чемпионат Европы в следующем году. Это их там. В тот момент было, не знаю, 80, до 85. 2012 год, Гамбург, второй чемпионат Германии, хотел сказать Польша, первый чемпионат для Андрея. А скажи свои лучшие результаты на разных весах, раз уж мы лучшие на результаты 16 уже знаем. на 5 минут, на 10 минут или... Пятиминутки, десятиминутки. Пятиминутки. 24-ки, вот недавно только потолкал был на 5 минут 126 раз. 126. 126, это 5 минут было. 10 минут 24-ки я уже давно не толкал. Но последний результат это было в 2016 году, это после моей травмы. 175. 175. А в 2014 году на чемпионате мира это было 176 в толчке. Но сейчас на 200, ну, по-моему. сейчас, я думаю, должно где-то 200 идти. Быть. Думаю, не знаю, надо пробовать. Вот. 28-ки на 5 минут 102 раза толкал. 10 минут еще не делал 28-ки. Ни разу. Ни разу. Тридцатки. Тридцатки тоже неплохо. 32-ки 124 толкал на чемпионате мира сейчас в этом году. В Латвии. Не, в Италии. А, вот который первый был в ВКСР. ВКСР, да. Ну а рывок, что с 24-ками, это 245 я рвал в том году. 28-ки 10 минут, кстати, не делал еще. А предположение? Ну, 8, сколько, 8 минут или 9, 9 минут я делал, 180 это было. Угу, 20, 20 за, темпом. За 200 теоретически. По идее, будет. Где-то 200 должно идти, по идее. Но не пробовал. Рывок такое дело. А с 32-ками, так, на тренировках 142. 142. А на соревнованиях 134 было. Вот сейчас в Порто сколько ты закрыл? В Порто тоже 130. 134 было. 134. 2 метра. 2 метра ты дом. Ты дома, в спортзале. Это как будто в себя дома. И такой разогрев 5-10 минут? Ну, где-то так. И постепенно закручиваешь, да? Ну, постепенно поднимаешь сложность. Угу. Ну, не на максимум, конечно, так, среднячок. А, кстати, гребли любишь? Гребли время от времени делаю. Длинные? Ну, если что, под конец тренировки. Там, по настроению, да? Минут 20. Вот. У нас тоже новый аппарат появился, там по ступенькам подниматься наверх. А. Вот хорошо пульс поднимается, кстати. Да, тоже наша работа ножная как раз на ступенечках. Я раз попробовал 10 минут. Угу.
курс поднялся на 190. И вон там уголочек Андрея Гири. Явно отличается от атмосферы зала. Сейчас длинный цикл. А, длинный цикл. Межсезон или новая, да? Новая идея? В принципе, и новая идея, межсезон. Как-то длинный цикл не увлекался, но в последнее время все больше и больше нравится. Но с таким бицепсом, я вижу, без проблем можно так забраться. Твоя амплитуда, ну, чуть-чуть велика. Как бы силовой такой заброс. Ну, за забросы у меня еще видно. Не отработанный на 100%. С такими ручищами можно. Ну, то есть планируешь, по идее, первый день двоеборья, второй день длинный цикл. Хочешь попробовать на следующем каком-то чемпионате? Ну, посмотрим, как результаты пойдут. Так, с 24-ками я уже пробовал на 10 минут. 111 было. 111. Да, это было пару месяцев назад. Ну, сейчас потихоньку уже поднял вес на 28, на 32 килограмма на тренировке. Пяти минутки не делал, еще 32-ки. 32-ки, 5 минут еще не делал. Ну, я думаю, 6-7 темп, он, это спокойно. Ну, я думаю, да, должно идти. А травма? Мне больше забросы тяжелые так дается. Ну, завтра потренируемся. Завтра попробуем. А травма? Выбило что-то с коленом, да, было? Травма была, да, 2000. Не с гирями связано, где-то нет, что-то. Травма старая была, с 2008 года. Угу. Еще тогда мениск я порвал. И на гимнастике? На гимнастике, да. И с тех пор, когда оно зажило, нормально было. Спортом мог я дальше заниматься, и гирями я занимался. И в какой-то прекрасный момент просто высокую нагрузку дал. И бег, и гири, и все вместе, и колено просто не выдержало. То есть интенсивность? Да, интенсивность повысил, и просто колено не выдержало. Я его дальше разорвал, и пришлось и операции делать. И на сколько выпал? Ну, практически на год выпал. Это было после операции 6 недель там на крюках. Восстанавливался долго. Даже, в принципе, не думал, что когда-нибудь возьму гири в руки и смогу толкать, как сейчас, 32-шки по 10 минут. Настолько выпал с психологического барьера, там подседать, нету такого сейчас? Нет, сейчас уже нет. Первое время так я... Ну, первый раз после операции я гири взял, может быть, через месяца 3 в руки. Чисто просто так, жим вверх. И по чуть-чуть, так слегка, с 16-ки переходил в легкий толчок с одной гирьки, потом на две гирьки, 16-ками, потом на 20-ки. Потом как-то через месяцев 9-10 я попробовал с 20-ками соревнования. На тот момент я тоже 227 раз толкнул 20-ки после операции. Ну и в 2016 году. На месяц позже как раз поехал на чемпионат Европы. Где я повторил результат свой с чемпионата Германии, с чемпионата мира 2017 года. Вот. Ну, после этого уже как бы решил идти дальше на 32-шки. Полностью вернулся. Да. А сейчас какие-то ограничения на ОФП есть? Ограничения? Ну, из-за травмы. Из-за травмы. Если сильную нагрузку дам, то иногда ощущаю еще коленка. А что в твоем понимании сильная нагрузка? Ну, сильная нагрузка – это если присед, да, с высоким весом, да, там, на 2-3 повторения, то это я почувствую. Такую пирамиду, да, если идти наверх? Да, да. Вот это я почувствую. Становая тяга – то же самое. Да. Если вес подниму высокий, то чувствуется. А наклоны со штангой на плечах делаешь? Good morning. С гирькой делаю.
На многоповторное или? Да, на многоповторное. Считаешь актуальное упражнение? Редко его делаю. Раньше делал, сейчас редко. Сейчас больше забросов. Гиперэкстензия. Гиперэкстензия тоже раньше делал. Сейчас как-то мало, редко. То есть это все приходило, отходило из-за практики, шлифовал то, что нужно по самочувствию. Ну, сейчас чувствую, как бы... оно, не чувствую, отпустил упражнение. Да, сейчас или... я, в принципе, не сам занимаюсь. План мне пишет тренер. Вот. И, в принципе, по плану как бы пока не хватает упражнений. Другие упражнения, другая нагрузка. Вот. Секрет кто тренер? Нет, это Антон у нас. Антон. Вот. Ну, с ним уже полгода занимаемся. Я доволен планами. На 25-30 минут это ты вообще без гири, не касаешься гири, нет, да? Без гири, без гири. А, уже общая нагрузка. Да, общая. Ну и стандартно там, где слабее места, больше греешь, чем где провереннее там. В принципе, конечно. Там уже у каждого свои шишки. Хрустит. А заминку как? Тоже длинная? Да, нет. После тренировки? Ну, тоже где-то полчаса. Тянешься, тянешься, заминаешься. 20-30 минут по-любому. Каждый раз. Когда начинал, допустим, толчок, да? Ну, толкач, результат у тебя классный. Что ты, как делал? Или той базы хватало, либо какую-то толкательную там технику, специфику, методики? Там ноги как прорабатывал для интенсивной работы, чтобы потом на 10, и потом изменил, как к этому шел. В принципе... И к чему пришел? Что считаешь для толчка? Для толчка? Там топ-3 эффективных упражнения вспомогательных, помимо самого, конечно, толчка. Помогательных? Ну, я думаю, в принципе, с упражнений, конечно, да, присед. Полный, да? Я делаю... Так, до 90 градусов. Мне больше пока что коленка не позволяет. Вот. Ну, для толчка, конечно, выносливость, бег. Вот. Ну, а выносливость ног бегом достаточно? Тебе не хватает? В принципе, пока да. Пока да. Для моего результата на данный момент, конечно, хватает. 122 толчок. 124. 124, это супер. Да. Или но чувствую, что под конец, конечно, ножки встают. Можно добавить дополнительные какие-то упражнения. То есть, если, например, садятся ноги в конце, то считаешь, что это уже пора дорабатывать? То есть, тот темп, который ты планировал или хотел, уже не удерживаешь, падает, поэтому, ну, там, из-за физухи, да? Усталость, и теряется техника у меня просто. Вот там первых 5-7 минут оно еще так более-менее нормально, а потом просто-напросто из-за усталости просто техника теряется. Вот. Вот это моя такая фишка, над которой надо работать. Ну, техника там зафиксировать тяжелее, локти там уже, да, не включаются, из-за этого там ноги передерживаются, ну, все сыпется, да? Ноги при сгибе еще. Конечно, когда у него напряжение, то... Усталость еще больше растет. 150-ников. Как тебе сейчас последняя рубилова на России? Шикарные вообще толчки. Круто, круто. Наблюдал, смотрел? Смотрел. Это, конечно, результаты нереально. Так... Тройка за 160 ушла. Тройка за 160. Тяжело. Интересно, как эти ребята пахают. Как они добиваются этих рекордов. Что будет у тебя 160, спросим тебя. Ну,
как сказать? Международных, в частности, международных. Хорошо, когда одна федерация. Думаю, что спорт, спорт один, должна быть одна федерация. Угу. Вот. Такой подход. Но заметно, как и в других видах спорта, в боксе, угу, в карате, где угодно, федераций много. Много. Вот. Я не думаю, что в будущем оно как-то сильно изменится. Потому что всегда будет кто-то думать, что сможет это спорт поднять на другой уровень по-своему. То есть если не глядеть на людей, кто сейчас у руля, а так на долгую перспективу, то много федераций, ты считаешь, все-таки распыляют? Оно, я думаю, что будет существовать. Но тем не менее, как ты считаешь, гиревой спорт последние годы — это бурное развитие? Или сейчас немножко последний годик-два ровное пошло? Ну, не скажу, что бурное развитие, но заметное развитие. Больше стран приезжает на соревнования, mm-hmm, больше людей, новых людей. Если качество соревнований высокое, то люди тянутся к этому. Да. То есть если держишь всё, какую-то, конечно, марку, да? Да, если держишь какую-то, да, марку, какой-то минимум, да, какой-то, mm-hmm, хороший, который должен быть, то люди будут всегда тянуться туда. Потому что люди хотят какой-то качественный турнир, качественное соревнование. Вот. Что ты закладываешь в качественные соревнования? Как спортсмен? От чего ждешь от хороших соревнований? Ну, больше, например, организация соревнований. Вот. Начиная там, как спортсмен записывается на это соревнование, uh-huh, свешивание, потом на самих соревнованиях подготовочный гель, насколько их там хватает, да, места для этого. Гели не липнут, покрашенные футболки, да, да, какой-то стандарт гель, да, uh-huh, до сих пор нет стандарта гель, нет, ни в одной федерации, вот, международной. Вот, в других видах спорта, да, в той же самой тяжелой атлетике есть там стандарт, лайку там, да. Mm-hmm. Вот. А вот у нас, в гиревом спорте, нет никакого стандарта. Пока. Mm-hmm. Вот. Едешь на одни соревнования, выступаешь с гирями, там, с уральских гирей, да. Едешь на другие, выступаешь там на каких-то китайских гирях. Also kannst du schon, kannst auch gleich hier durch die Kasse fahren, weil da muss auch dann ein gewisses, wie sagt man, so lustig klingt, klingt das ein Star Wars, aber da gibt es wirklich Rebellen und so, die müssen wegschlafen und die Köpfe sich einfach. А здесь магнезия только жидкая, да? Да. Но есть, можно. Но можно, да? Ну, видишь, все гири. Рабочие гири такие. Ну, ремень такой, как бы, кожаный. Для того, чтобы был. Или держит сзади? Ну, чуть-чуть, конечно, есть. Ты после заброса руки чувствуешь, что их расслабил, или не, даже не успеваешь? Даже не знаю. Не задумывался.
когда вот этот заброс, успеваешь дать команду расслабиться, либо придерживаешь и идешь. Ну, вообще все, ощущение. Ноги расслабляю. Ноги, а вверх? А вверх. В принципе, не особо. Не успеваешь почувствовать, потому как сразу вверх идет. А когда с 32-ками, ты что-то немножко стоишь? Ну да, идешь вниз, пошел, да. А здесь уже пауза. Есть 16-ки и 16-ки, да. По сути, тебе и... Подпитка, питание, как считаешь, важная составляющая? Ну, в принципе, конечно, питание влияет на подготовку, на тренировку. Вот часто, в последнее время так замечаю, если даже плохо поешь, да, там, если не хватает углеводов, немножко белка, все, чувствуешь, на тренировке не идет. Не идет просто-напросто. Когда, вот, например, был для соревнований немножко вес гонял, то чисто-напросто вот так меньше ел, чтобы сгонять жир. Вот. Но на тренировке просто не шло. Не шло никак. Вот. Вот. С этой точки зрения, конечно, подготовка даже для самой тренировки — это очень важно. Правильно, да. Ну вот, в принципе, вот, если подготовки нету оптимальной, то и качество тренировки, конечно, другое. Плохое. Вот. Это я заметил и думаю, что это не повторится в таком. Угу. Ну то есть, когда объем работаешь на объемной тренировке, 100%, 100%. Уже концовочка тренировки, энергии нет. Если нормально не покушаешь перед этим, то реально никак. Тяжело. Тяжело, тяжело. А... Особенно нехватка углеводов, когда то не идет. Ну так 2-3 дня я был чисто без углеводов пожил. Никакой там картошки, никакой там лапши, вот это. Все. Не шло. Одни жиры, одни белки, ну это на тренировке просто сдался. А подпиточка, спортпита? Спортпит, стараюсь не увлекаться особо. Но что-то есть постоянно? Я как-то попробовал, был вот этот простой белок, да. Что думал, на быструю руку там шейк сделал, да, чтобы быстрее восстанавливаться. Но как-то месяца два я это попробовал, эффекта не почувствовал, потому что, в принципе, питаюсь я неплохо, да, вот слежу, так что достаточно там поступало и белка, и достаточно жиров, и овощей, витаминов, да. Вот. А вот с этими белками вот, и деньги тратишь, и эффекта не почувствовал, да. Не знаю. Ну и там чего-то больше, там бета-аланина, таких вещей тоже не заходит. Во-первых, не разбираюсь в этом. А во-вторых, конечно, это всегда лишние растраты. Ну, раз идет вот. Так. Пока что идет, ну, не знаю. Конечно, если ребята принимают, ну пусть принимают. Но... Это спорт такой, на котором особо не заработаешь. Это хобби для меня, да. Зачем сильно так аж увлекаться, так что, знаешь, как профессиональный спортсмен, который на этом зарабатывает, ради чего стоит гробить там, может, какую-то чутку там здоровья, да, и питаться там непонятно чем. Разрешенное, да. Мне этого как бы не надо. Потому что этим спортом это не заработаешь себе на жизнь. Это чисто так. Для себя. Хобби, которое хобби. Переросло. Даже вот так, если посудить о том, да, профессионал, ты толкаешь 32-ки. Ну, вот я с Иваном Денисом общался, он говорит, правда, какой ты профессионал. Да? Профессионал зарабатывает деньги этим. Ну да. А ты никакой не профессионал. Профессиональный спорт. Это футбол, это хоккей, это там, где да, большие деньги зарабатывает. А футболисты зарабатывают миллионы. Да, в год. Вот. Ну и они, соответственно, там и питаются, и там спортпитом, да, и
гробит свое здоровье там чем-то, я не знаю. Но... Вот та кухня, мне та кухня неизвестна. Как они там уже разные истории доходят. А в гиревом спорте деньги есть, как ты считаешь? В гиревом? Я пока что ни у кого не видел. Ну, ребята, если там, да, зарабатывают семинарами, воркшопами, там, тренерством, да, себе на жизнь, это хорошо, но как спортсмен, ну, мало, как, наверное, спортсмен, я не думаю, что ты много можешь заработать. Один раз удалось. 36 за 30 минут за минуту. 30 повторений. 30 шестерочки. Ну и полгода сейчас с тяжелыми. Ну, 30 шестерки, это почти год уже не занимал. Это была фаза, там, ну, где-то месяц-два, я так на 30 шестерки. 32 выступаешь, 32 контрольные гири и в тренировках есть. Ну, в принципе. Ну, сейчас как бы с новым тренером только максимум до 32 доходили. А так посмотрим. Часто вижу, ну, 28-24 какие больше всего в работе. А мы дальше греемся. То есть у вас в фитнес-клубах гири там... Ну, практически, черные, да, практически там... В каждом фитнес-клубе есть эти маленькие черные гирки, да, для фитнеса. Некоторые, да, есть и эти стандартные гири для соревнований выставляют, но это очень редко. В Германии здесь семинары часто? Семинары? В принципе, нет, не очень часто. Вот это если кого-то пригласим, тогда да. То есть есть парочка немцев, которые семинары делают. Сами проводят. Сами проводят, да. Вот. Но вот таких хороших специалистов, от профессионалов, то это вот редко. А у этих парней, которые местные, аудитория спортсменов или аудитория фитнес? Это, скорее всего, да, вот такие любители. 111, да, толчок, длинный цикл? 111 делал. Как сколько дыхания до одного повторения на полный цикл уходит? В смысле сколько дыхания? Ну, вдохов-выдохов. Сейчас можешь услышать. Да, вот, дыши погромче. Это есть, хорошо. То есть сброс-заброс, три выдоха. Кстати, никогда так не считал, не задумывался. Просто интуитивно. Да, вот. Три. Вчера говорил, стал уделять внимание дыханию больше. Вот в последнее время, либо тогда и не, вот так, для, когда в толчке. Начал, тогда, да. Мне как раз подсказали, как правильно дышать. Угу. Вот. Плюс, конечно, на семинаре с Игорем. С Игорем. Немножко еще там нюансы подсказал, как лучше правильнее дышать. Угу. Ну, с тех пор как бы поддерживать их. Оно. Да. Чувствуется разница. Ну, вот сейчас. Ну, заметно, когда если новичок, когда не умеет дышать, то спрос идет уже по-другому. Ну да. Если, в принципе, простая, как простой фитнес, жим вверх идет, да. А там не вдыхаешь, а выдыхаешь. Угу. Вот, так и новички начинают. А здесь надо наоборот вдох вверх. Да. Удар пятками, выдох, да. Запомнилось мое первое соревнование, первое международное соревнование в 2013 году. Я вышел на помост, и самое первое
повторения не засчитали. Вот, вот тогда я был немножко под шоком. Как? Что? Что случилось? Первый раз на соревнованиях. Но было за что или? Ну, из-за фиксации. Не так долго фиксировал. Вот. Ну, потом как бы судья объяснил, что надо дальше фиксировать. Но помучил немножко, но ничего. Отстоял 10 минут. Но это как раз в ту минуту первую, это был шок. Запомнилось, конечно. Но это то же самое, как и сейчас у женщин, да, вот длинный цикл. Да. Или тот же самый толчок. Просто-напросто, если с 24-очками там стоят, и темп 5-6 в толчке. Ну, это тяжело даже смотреть, как девочки мучаются. Да. Ну, для них, видишь. Темп. Ну, в толчке, 16-24, в толчке должен быть хотя бы 10-й темп, там, ну как минимум 8. Да, ну, все, что меньше 8, это уже просто-напросто уже тяжело вот так смотреть на них. Да. Ну, для рационального самочувствия ты темп от 10 и выше должен, ну там 8-11. Вот, как по мне, для меня самый хороший темп это вот так 15+. Ну, в таком темпе я люблю работать. Чтобы не застояться, да? В этом плане, да. Ты да. В таком темпе я люблю работать. Все, что меньше, как-то немножко напрягает. Ну, так значит, 150 скоро. 150. Ну, может, на 5-7 минут хватит, а дальше там уже тяжело. Ну, ничего, тренироваться будем. В клуб 5 минут толчок, 100 раз, 32-очки тоже. Хочешь войти? Не пробовал. Так, 3 минутки, 20-м темпом, да, идет. Может быть, 4 пойдет, не знаю. А там уже 5. 5. Тяжело, думаю. Ну, еще бы, конечно. 100. 100 за 5 это шикарно. Когда так на 2 минутки я пробовал максимум, это было у меня 55 повторений, 32-шки. Ух ты. Но это уже максимум был. Это уже бросаешь гири и падаешь. Грубо говоря. Это без особого фиксации так. Ну да, и фиксация скользкая. Было бы интересно так соревнование сделать 5 минут, но разные гири. Вот, например, 36, 40 или еще выше. Да. Ну, вот это уже было как бы на что посмотреть. Да. А вот эта схема, которую Иван ввел face of face. Расскажи. 2 минуты длинный цикл. 30 секунд отдых, 2 минуты толчок, 30 секунд отдых, 2 минуты рывок, 1 смена руки, 32-очки. Угу. Тоже неплохо. И ты выходишь с одним, один на один, он выпал, там другой, да? Потом с победителем того, вы опять сходитесь, пока не осталось в финале 2 человека, и в итоге уже финал. То есть ты не можешь так быть, что ты не один раз это прошел, а 2-3 раунда у тебя можно быть. А, вот даже так. Да, вы как бы сходите. Ты должен вообще спланировать и силу разложить, и темп, все, ну, стратегически. Окей. Интересно. И если ты весишь 63 килограмма, ты толкаешь 24-ки. 85 – 28-ки. 95 – 32. Там выше 105 – 34. Но 63 килограмма и, допустим, 105 килограмм – 34. Одно повторение за одно повторение. Нет такого, что он половинку поднял. Окей. То есть еще такая, получается, неважно, подъемы один к одному считаются. Окей. Но вес гирь разный. Ну там, я, может быть, неправильно вес гирь сказал по весам, но схема там есть, расписана. Окей. Интересный подход. Я, ну, единственный раз участвовал недавно в Варшаве. Я тебе скажу, что правильно разложиться после того, как ты отбомбил дисциплины, а потом еще на фейс выходишь, и там же темп, как бы на рывок оставить силы, или допустим, в толчке их отдать силы, на рывок уже дать накатывать. Ну, в принципе, 2 минуты, это даже если на я максимум... тоже так думал, я серьезно думал, да что-то у меня отмолочу, мне подбивает. 30 секунд отдыха всего лишь. Ты только замолотил там темп, отхэкал, уже тебе то надо делать. А я же думаю, я рывка сейчас на ну, рывке, конечно, на рывке темп дам. На рывке вышел какой-то, может, темп. Нет, уже особо темп. Дыхалки нет? Да. Все уже идет. Интересная штука. Или как у Фредерика в Trudget Open он делает, трайбори. Триатлон. Триатлон вот этот. 3 минуты
С чего мы начинали? 3 минуты толчок, 3 минуты сразу же не ставишь гири, 3 минуты длинный цикл, ставишь гири, 2 минуты левая, 2 минуты правая рывок. После 6 минут, как ты поставил гири, сколько ты берешь остальные, у тебя время уходит. То есть было 4 минуты, подошел через 3 секунды, уже 3,5 минуты. Или сразу же. Ну, общее время там получается 10 минут. 10 минут. Тоже адская штука. Толкал, 3. Потом сразу же сброс на длинный цикл. Ставишь 2-3 зушечки. Рывок. Тоже классная вещь. И у него это всего один день. 10 минут от цикла, а потом 10 минут триатлона. Там минут 40 отдыха. Тоже клево. Ну, вариантов много. Да. И, ну, это добавляет зрелищности. Как ты считаешь вообще привлечь зрителей на наш спорт реально или нет? Или залы будут всегда пустые? Для зрителя 10 минут, считай, это слишком долго. Даже если это по А, скажи. Да, это если вот так, для тех, кто сам занимается, да, можно посмотреть 10 минут уже. И то, интересно всегда концовка. Вот. Вот такие соревнования. Да, сливки собрал. Да, вот последний. Я думаю, соревнования такие, как вот это фейс-офф, или вот так по 5 минут, это для зрителей, думаю, более вот так зрелищно. Вот, потому что, да, вот тебя там стоят 6 человек на помосте. Вот там успеваешь там посмотреть налево, направо, на серединку, да. И уже знаешь, осталось там еще 2-3 минутки. Концовка скоро будет, там еще можно посмотреть, и там есть какой-то заруба. Думаешь, это внимание удержит? Да. А вот когда 10 минут, то начинаешь отвлекаться. Там заболтался, там не сконцентрировано такое на том, что там происходит. Вот. Мое мнение. Вот. Потому что если посмотреть, как и в других видах спорта, то даже та же самая тяжелая атлетика. Вышел человек, поднял, бросил, пришел другой, третий, четвертый, пятый. Это интересно, зрители. Да. Ну, 3 попытки, ты знаешь. Первый пошел, сразу пошел на такой вес, интересно. Людей придерживает. Но у нас... Хотя, с другой стороны, вот есть тот же самый велокросс или марафон. Люди сидят за телеком и смотрят, как 2 часа там человек бежит. Монотонная работа, да? Если с такой с точки зрения, ну, а тут у нас только 10 минут. Да. Ну, выходит, должна быть не только фишка самих соревнований зрелищности, а еще и разбираться в нюансах спорта. Марафон бегу, да, он понимает, там, человек. Должно быть все просто. Должно быть все просто и понятно для зрителя. Есть такие там соревнования, где считает там какой-то коэффициент, да, вес гири, нажает там на твой вес, там еще там разные таблицы есть. И вот никогда там не угадаешь, кто-то сейчас на первом месте, кто на втором, кто на третьем. Зрители такая, вообще нереально. Да, вот это никто не понимает. Потом получается, тот толкнул 32-шки 50 раз за 5 минут, другой толкнул 60 раз и стал вторым. Почему? Ну, вроде больше толкнул, а что такое? Скажет, был тяжелее. Был тяжелее. Вот. Ну так разобраться в спорте. Вот ты, да, начал в 11-м, 12-м, тех 13-х годах сам что-то искать. Тебе хватило информации? Информация, в принципе, скажу так, нет. Нет. Тонкости спорта ты никогда не найдешь вот так в интернете. Вот. Даже тех же самых книг особых нету о гиревом спорте. Там есть, не парочка там. Ну, может быть, это потому, что тонкости нельзя рассказывать или. Ну, конечно, но в любом спорте, даже в том же самом беге, в триатлоне есть книги. Есть какие-то программы, как работать, есть какие-то там
нюансы, которые нужно, можно учить. Ну, которые ты имеешь, как правильно... не с балды написаны, а реально да. правдивы. Да. Потому что сами спортсмены, они сами там пишут там, какие-то книги. Mm-hmm. Вот, если посмотри у меня здесь, сколько книг. И о беге, и о других видах спорта. Не прочту. Да. И просто-напросто, это реально круто. Если готовишься, можешь взять, почитать книгу, собрать информацию mm-hmm. о спорте. Вот. И потом делать выводы, как тебе лучше всего тренироваться. Ну, конечно, самое важное – это опытный тренер. Вот я тренировался долгое время без тренера, uh-huh. и это была, наверное, в каком-то смысле, может быть, и ошибка. Потому что много времени я на самих экспериментах потратил. Вот. Ну, да. А вместе с тренером это можно было, может быть, и быстрее добиться там каких-то результатов. По крайней мере, отточить технику. Вот. Ну да, конечно. Тебя сразу правили, сразу поправляли каждый повтор. Ну, да. А может, вот эти книги, которые мы затронули, да, доступность, недоступность, нюанс, помогло бы привлечь больше спортсменов? Если ты можешь спокойно достать книгу, прочитать, его интересно. Я думаю, что да. Вот у нас в Германии знакомый мой, Иван Эсквелла, он выпустил книгу о гирях угу. на немецком языке. Могу, у тебя даже, есть? Могу даже показать сейчас. Когда классический толчок бомбишь супер темпы свои, дышишь очень коротко, но часто? В принципе, дыхалка та же самая, только... Только конечно, очень укорачиваешь. Вот. Окей, 24. Итак, у нас заруба. Нету двух пар гирь, мы будем 28-32. Больше для того, чтобы вместе попахать. И Антон Анасенко, привет, решил нас подубить. Придумал нам зарубы. 3 минуты заброс, минута отдых, 3 минуты толчок, минута отдых, 3 минуты длинный цикл. Звучит весело. Сейчас пойдет. Так, что это у нас получается? 4, 7, 8, 11 минут, да? Секундочку. Вот. Это, конечно, не, там не все стоит. World Champion. Он в длинном цикле. Аматоры. Аматоры. Чемпионом мира стал. В Казахстане он был. В 2016 году он в длинном цикле он сделал 90 повторений. Четверки. 24. 24. Я так нежно называю четверки, восьмерки, двойки. Ну ты прочел, да? Я думаю, ты и помогал. Не все я прочитал, но так. Перелистал то, что мне интересно. Видишь, вот позиция, да? Ну вот как для начинающих, я считаю, вот так, чтобы немножко привлечь, это вот таким способом. Это, конечно, какой тираж, не помнишь? Не могу сказать. Он уже немало продал. Несколько тысяч книг он продал. И дальше. На Амазоне есть эта книга. На Амазоне, да? Многие кроссфитовцы у него покупали эту книгу. Угу. Сколько стоит, не знаешь? Около 20-25 евро. Там сзади цена есть. Смотри. Нет? Обычно стоит цена. Области 25 евро. Так. Угу. Ну, такая классика, классическая цена. Да. И книга-то мощная. Ну, он много чего описывает. Подопытная, да? Это его, да. В каком он городе живет? Здесь, в Берлине. Берлин. Я не знаю, может быть, я на английском уже вышла эта книга. Вот
Карстен, президент федерации. Вот это наш клуб, Берлин Кеттлберс. Угу. Если заметил, значок пишет. Да, он у вас на кофтах. Тоже же знал. Он сам кроссфитом занимался там. Разными видами спорта. Если зайти на его сайт, то он... А канал в Ютубе ведет? Он ведет там много чего. Инстаграм, Ютуб. Угу. Он чуть не полгода там меняет вид спорта. Там то дзюдо занимается, то гирями, то штангой, то кроссфитом, то еще чем-то, Знаешь. Ну, даже и сейчас так меняют. Гири зацепили, разговаривали. Гири зацепили, да, конечно. Либо прочувствовал, как бизнес на нише, пустая ниша. Ну, ниша, конечно, пустая. Он на этом, конечно, деньги зарабатывает, воркшопы там проводит. Uh-huh. Обычно в кроссфит-боксах там разъезжает. Ну, человек такой, интересный его, много знает. Uh-huh. Интересно его слушать, как он это объясняет. Здорово. Ну, проделал большую работу человек. Не просто семинар и там что-то как-то. Но книгу написать это он года два трудился. Занимался, да. Эта книга. Ну, знаешь сам, как работа, семья, там. Да. Еще отдельно вот такие проекты, это жрет время. Конечно. А вообще сам чем занимается? Полный спортсмен-тренер или? Он тренер. 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 Ну, чисто его работа. День в этом. День. Да, чистая работа. Здорово. Я не уверен, может быть, есть уже на английском языке вот эта книга. Надо посмотреть в Амазоне. Он говорил, что будет на английский переводить. Но не знаю, вышла она. Ну что, старт Зарубы. Андрей Чагар, Германия, Берлин. Заруба. Это замочек, чтобы блинчики не падали. На 5 секунд. Oh.
Тяжело. Андрей, красава. 20 секунд. Пятнадцать. Десять. Девять. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Время. Чемпион Европы, Андрей. Чемпион, он во всем чемпион. Расскажи планы на следующий год. На следующий год? Ну, календари уже плюс-минус есть. Ну, с февраля начнутся маленькие соревнования из нас, Германии. Скорее всего, длинный цикл сделаем. С 28, ну, с 28 килограмм. О. Вот. 10 минут, да? Классик. 10 минут. Вот. А потом, скорее всего, там уже в мае месяце, там уже чемпионат Европы в Германии проходит. Еще точно не знаю, успею на чемпионат мира от ВКСФ. Посмотрим, как по времени, как с отпуском будет получаться. Вот. Ну да. Ну а там дальше уже посмотрим. Ближе к другим соревнованиям. Ну, то есть, по возможности, где можешь, там с удовольствием будешь. Ну да. Бомбить. Удачи. В этом году я так уже на 4 соревнованиях побывал. Ну, нормально. Ну, этот год у тебя, наверное, один из самых успешных в карьере. Ну да. Отлично, мощно, результативно. Да, Мойшка, скажем, удачи в следующем соревновательном году. Да? Спасибо. Скажи, удачи, дядя Андрей. Да, хорошего года. Спасибо. Какие-то четкие цели ставишь? Или в результате? Ну, цели это всегда лучший результат поставить на помосте. Вот. Будем тренироваться, будем долбить. Это да. Вот. Ну и длина цикла, конечно, немножко подняться. В последнее время мне нравится цикл. Полгода как начал. Ну такой интересный, интересный сюрприз готовишь. С Антоном, да, начали полгода назад. Вот. Вошел как-то во вкус пока что. Цикл вот. Классное упражнение. Да. Мне заброс всегда плохо шел. Я сам не любил его никогда. Толчок мне нравится. А вот заброс это была всегда слабость. Ну, успехи. Успехи в плане того, что государство немножко помогает сейчас. В плане того, что зал дали нам попользоваться с 1 декабря этого года по вторникам, по четвергам есть возможность в зале позаниматься. И это как бы все от государства. Это для нас как бы ничего не стоит. Вам и гири предоставили ли вы? Гири еще не предоставили, но как бы пытаемся это все пробить.
посмотрим. А как после чего это так вышло, чтобы государство активизировалось? Ну, это как бы наша как бы заслуга, наша работа. Общались, стучались в кабинеты или как? Да, в принципе, да? В Берлине все спортивные виды спорта, они имеют право как бы в общественных местах, в общественных спортзалах тренироваться. Угу. Вот. И это все как бы за счет государства. Ух ты. Ну, мне кажется, что это из-за того, что вид спорта новый, и как бы интересно посмотреть, как он будет развиваться, и поэтому они нас и поддерживают. Плюс люди, которые за этим стоят, тоже уже чего-то добились в этом спорте. Ага. Ну, и может... Что нам нужно делать, чтобы в каждом городе, как у вас уже дошли вы до зала, еще более дать развитие, чтобы можно было о гиревом спорте больше людей узнало? Что нужно на местах сделать? И что глобально в мировом сообществе, чтобы о федерациях узнавали и о гиревом спорте как-то глобально можно было где-то его встречать? Какие шаги, как ты думаешь, нужны? Ну, в принципе, что нужно для развития, это, я думаю, побольше соревнований, да, больше соревнований, больше людей приходит, больше людей узнают об этом спорте, там, не знаю, распечатать какие-то флайеры, выставлять, да, людям раздавать, чтобы он заинтересовать, что есть такое даже мероприятие, да, информацию в интернете выставлять, это по-любому, да, но как бы в интернете не каждому доступна эта группа, не каждый об этих группах знает. Вот. Вот, если они вместе распечатал там сотню, тысячу флайер за день раздал людям, кто там живет, да, уже есть какое-то там, да, понятие у людей, что там в городе что-то происходит. Угу. Да. Какое-то мероприятие будет, да? Да. Потому что там множество просто даже не знает, что такое мероприятие существует. Конечно. Живешь в том городе, я даже не знаю, что рядом в соседа там в спортзале творится. Вот. Это первое такое, что можно сделать. Ну и так же самое, в принципе, нам глобально по всему миру. Больше соревнований, больше каких-то там воркшопов, да, больше каких-то тренировок с людьми.
Спасибо большое, я принял. Спасибо. Берлин, Германия, Андрей Чагар, чемпион. Удачи в следующем году. Спасибо. Удачи вам, развивайтесь. Супер, супер. Спасибо. Гиревой спорт жив. И что бы с тобой ни происходило, пусть будет улыбка, как у крокодила. Не парься, будь счастлив.